на чем это правой рукой? Беру отворот, левую руку, ручку, классический правосторонний захват. Стою фронтально. Первое движение, как всегда, правой ногой шагаю на воздушность треугольника. Носочек смотрит на его правый носочек. Вместе с шагом моя задача обязательно. Я раскрываю соперника. Колени мои согнуты, они как пружины, мягкие, амортизируют. Моя задача левую ручку вытягиваю на уровне глаз, раскрываю, чтобы было пространство, куда я буду заводить свою правую руку. Одновременно, когда я шагаю с правой ногой, моя задача, чтобы мои кисти куда поворачивали? В левую сторону. Возьмите правую руку отворот, левую руку ручку. Взяли? И вместе с шагом вы должны развернуть свои кисти в левую сторону. Получится? Правая рука должна быть 90 градусов угол. Я должен ставить в области грудной клетки. Посмотрите, с первым движением. Правая нога шагает на возвышенность треугольника, смотрит носочек на его правую ножку, колено согнуто, и вместе с первым шагом моя задача раскрыть руки, чтобы было пространство, левую руку вытягиваю на уровне глаз, правую ручку вставляю в область грудной клетки и мизинец поворачиваю в левую сторону. Вот такое движение. Раз движение. Второе движение. Левую ногу сейчас буду заводить циркулем к правой своей ноге. Я пострелю сюда. Одновременно, когда я завожу левую ногу к своей правой ноге, правой ногой уже готовлюсь к приседу. Пострелю сюда. Моя задача — голеностопы опускаю полностью на татами. Таз опускаю на голеностопы. Присел, мои ноги вместе собраны. Я должен сесть не 180 градусов к нему спиной, а я должен развернуться желательно 270 градусов к нему, левым боком, левым плечом к нему. Одновременно, когда я шагу, раз движение, второе движение, левую ногу завожу к своей правой ноге, сажусь на правую ногу. Моя задача — одновременно правую руку я засовываю под его правую ручку. Одно движение должно быть. Вот. Как только я сел, правую ручку вставляю под его правую руку, левую руку прижимаю к себе. Левую ногу завожу к правой ноге и присаживаюсь мягко на оба колена. Одновременно вместе с левой ногой завожу правую руку под его руку. И присаживаюсь. Одновременно начинаю прижимать руками к себе, левую тяну к себе, правую подбиваю. Таз опущен на голеностопы. Теперь моя осанка выпрямлена. Ни в коем случае я не сгибаюсь. Я не ломаю свою траекторию тела. Мое тело должно быть выпрямлено. Своим бедром я пытаюсь перекрыть какую ногу его? Правую ногу. Но я буду перекрывать тогда, когда я буду сейчас вытягивать. Левую руку тяну к себе, правую начинаю приподнимать. Правое плечо опускаю вниз, левую руку тяну к себе. И выстреливаю на уке. Как это медленно будет выглядеть. Я зашел, сел. Отсюда начинаю, посмотрите, перекрывать бедром свою, его ногу. И левую руку тяну к себе, правую опускаю вниз. Обязательно должен быть выстрел. Первый шаг. Вместе с кузовом. Раз, раскрываем. Два. Левую ногу завожу циркулем к правой ноге. Уже колени согнуты, они как амортизаторы, мягкие колени должны быть, ноги. Залетаю к нему и присаживаюсь. Я готовлюсь уже к приседу вместе с первым шагом. Левую ногу завожу одновременно вместе с левой ногой. Заходит правая рука. Посмотрите, как я завожу. Левую ногу циркулем веду. На правую присаживаюсь. Тяжело? Нет. Не нужно прыгать. Мягкое движение должно быть. Раз. Пострелю. Я не прыгаю на оба колена с этого расстояния. Не нужно сейчас так прыгать. Вы должны мягко присаживаться. Первое движение вместе с кузышем. Раз. Левую ногу завожу правую, а мне на месте правую руку. Руки мои что всегда? Прижимаю. Всегда тянут. И отсюда выстрел. Всегда мои руки тянут. Не нужно ни в коем случае нигде останавливаться. Сели, паузы не должно быть. Как только коснулись колен, сразу должен быть выстрел. Я захожу к спаннику и сажусь к его левой ноге. Что спанник сделает, когда я начну тянуть? Он выйдет. Моя задача из-за этого — крутиться под него. Как садится Джанибек? Правильно? Нет.
Вы сами себя растягиваете, отсюда не получится скрутить, во-первых. Во-вторых, вы не сможете выстрелить даже, скрутиться. Как бросает Аман. Аман заходит назад. Назад заваливается и потом что делает? Потом выстреливает. Вы должны сесть так, чтобы вы потом смогли сразу выстрелить. Постреливайте сюда, ребят. Моя задача крутиться под фантиком. Я как крутился, сразу выстреливаю с этих же ног, как я сел на колени. Моя задача сразу руками. Руки мои всегда тянут. Первый шаг. Я должен провалиться под фантиком. Месяц кузуши. Я уже готовлюсь к приседу. Левую ногу завожу к правой ноге. Сажусь на правую ногу. Левую ногу завожу быстрее. И сажусь на правую ногу. Мягко присаживаюсь и проваливаюсь. Моя задача сесть как больше левым боком. Крутиться под него и начать скручивать. Но мои руки всегда должны тянуть. Отсюда. Ничего страшного. Первый шаг. Раз. Раскрываю. Левую ногу завожу, готовлюсь к приседу. Одновременно вместе с правой рукой. Присел. И отсюда начинаю. Что сразу делать? Скручивать. Раз, два, три.